Гадание на сегодня. Рыцарь жезлов. Пока вы движетесь к своей цели, вы не забывайте о настрое, о поднятии духа, о том, что впереди, да, есть главное, но и вокруг себя. Осматривайтесь, смотрите, не пропускайте жизнь сегодня, в моменте. Потому что вы очень быстрый, за вами просто не угнаться. Сегодня у вас активный день, он несет вам много событий, все дела вы успеете. Вы сегодня под стихией огня, очень жаркий, готовый к любым переменам, но скорее к завершению, нежели к начинанию. Итак, это карта на 1 марта.